по этому человеку. Он был у меня. Мы разговаривали с ним. Нормальный молодой человек, адекватный, все понимает. Если его, как говорится, что-то там слышит за собой, ну, в всяком случае, особо расстраиваться я по этому поводу. Хотя, в принципе, я считаю, что если мы посидели с человеком, откровенно обо всем поговорили, и он посчитал нужным уехать, это его решение, в конце концов. Но я не думаю, что он взял бы уехал, честно говоря. То есть у меня такой информации нема, что он смылся там, какой-то преподносит. Может быть, у человека свои вопросы возникли, он куда-то поехал, где-то задержался, или его задержали. То есть, всяко бывает, правильно? Подождем до завтра, там видно. Может, вернется, подумается, забудется. Потому что я еще раз повторюсь. Мы взяли в руки оружие не для того, чтобы баловаться, не для того, чтобы объяснить всем. Мы пришли всерьез и надолго. Никаких репрессий с нашей стороны не проводится. Хотя можем. Предлагаем всем на добровольной основе лицам, которые были задействованы в коррупционных схемах, прийти и написать чистосердечно. Так будет лучше. Пока все. Все остальные так все знают. Кому надо,